Искренние поздравления и море подарков, театральные и хореографические номера. Все это торжественное мероприятие в честь 150-летия клинической больницы РЖД медицины города Тверь. На празднике побывала и наша съемочная группа. Клиника РЖД медицина города Тверь появилась ровно 150 лет назад вместе с другими аналогичными учреждениями для обслуживания железнодорожников. Об этом гостям праздника рассказали в ходе небольшой театральной постановки, воссоздававшей диалог между императором Николаем I и сенатором Петром Крейн-Михелем, который курировал строительство магистрали. Чтобы обеспечить врачебную помощь заболевшим, предусмотрено построить 6 временных лазаретов на северном участке Санкт-Петербург-Вологой и 4 на южном Вологой Москва. Поручаю искать надежных, свободу практикующих врачей, которые хотят получить место в названных лазаретах. За полтора века своего существования Тверская клиника РЖД «Медицина» внесла огромный вклад в развитие здравоохранения Верхневолжья. Это было отмечено в приветственном адресе, который прислала руководитель Центральной дирекции здравоохранения УАО РЖД Елена Житкова. Сложные моменты истории России, такие как Октябрьская революция, Первая мировая война, Великая Отечественная война, послевоенный период, медики железнодорожной медицины обеспечивают медицинскую безопасность движения поездов, сохраняя и приумножая здоровье жителей России. Многие из выступавших отмечали, что имена медиков, как ее раньше называли, железки, тверичане до сих пор вспоминают с благодарностью. В частности, вот хирург великий, на мой взгляд, Шабанов, который огромное количество людей воспитал на нашей городной земле. Звучали на юбилей и необычные поздравления в стихах. Это еще больше добавляло праздничной атмосферы. Уже давно между крупными столицами сверкает наш бриллиант. Народная железнодорожная больница. Она надежности и качества гарант. Ну и, конечно, в этот день было роздано немало наград, начиная с благодарности губернатора Тверской области и заканчивая ведомственными. Их вручили наиболее заслуженным работникам Тверской клиники РЖД «Медицина».